преуспеть в карьере, создать крепкую семью, при этом выглядеть на все 100. Как сохранить красоту и здоровье в современном ритме жизни? Этому сегодня целые мастер-классы посвящают. Особое внимание к цифре 35. Именно в этом возрасте, убеждают врачи, представительницам прекрасного пола надо окружить вниманием саму себя. После 35 лет по биологическим законам в организме женщины начинается процесс изменения, угасания гормонального фона. Это запускает изменения во многих системах и органах. И, к сожалению, изменить этот процесс сегодня мы не в силах. Это генетически заложенный процесс. Остановить процесс невозможно, притормозить вполне реально. Мама троих детей Светлана достигла высот в рекламном бизнесе. Муж младше ее на несколько лет. Залогом успеха в работе и личной жизни бизнес-леди считает свою внешность. Чтобы сохранить свое богатство, регулярно посещает врачей, косметологов. Кроме того, в запасе имеет и собственные секреты. Делаю маски. Маски, скажем так, значит, яйцо, мед, подсолнечное масло на 30 минут. Ну, вот такое. Самое, наверное, эффективное – это меньше стресса. Вот для женщины это вот самое эффективное. Тем временем врачи предупреждают, сбой в работе организма косметология не исправит, лишь замаскирует на время. Как ни банально, секрет красоты по-прежнему кроется в здоровом образе жизни. Сбалансированное питание, чистая вода и правильный сон составляют основу. Ну а физические занятия помогут укрепить не только мышцы, но и нервную систему. Мария Гроссман, Олег Салпанов, СТС, Челябинск.